Здравствуйте, ребята. Спасибо, что продолжаете меня смотреть. Пожалуйста, помогите мне тоже. Подписывайтесь на мой канал, смотрите больше видео. Ну, а теперь перейдем к разделу I Love English за третий модуль. И первое задание у нас Read and put the correct order. Прочитайте и поставьте в правильном порядке. Итак, первое. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? Далее, второе будет в диалоге, вторая фраза. Chips, yum. What about you? Картошка фри. Очень вкусно. Как насчет тебя? My favorite food is pizza. Моя любимая еда – пицца. Итак, смотрим. Can I have some chicken, please? Можно ли мне цыпленка? Это первая фраза. Here you are. Вот, пожалуйста. Это вторая фраза. Thank you. Спасибо. Это третья фраза. Далее, ребята. Listen and write the letters in the boxes. Послушайте и напишите буквы в квадратиках. Итак, ребята, что касается аудиозаписи. What are Daniel's friends having for lunch? Что друзья Даниэль едят на обед? Итак, Кейт. Первая буковка D. В записи говорилось о том, что Кейт любит овощи, поэтому сегодня у нее на обед салат, то есть под буковкой D. Далее. Винни, она не любит салат, но она любит мясо, поэтому у нее на обед сосиски. Джейк тоже любит сосиски, но сегодня у него нет сосисок, поэтому он ест гамбургеры и буковка. Грант не любит гамбургеры, он любит чипсы, то есть картошку фри, поэтому на обед у него картошка фри. А Джуди сегодня не хочет картошку фри, а она хочет пиццу, потому что она любит пиццу. Заметьте, ребята, какой у них unhealthy, нездоровый обед. Никогда так не обедайте. Итак, далее, третье. Read and draw lines. Прочитайте и нарисуйте линию. И смотрим. My favorite lunch is chicken and rice. Yummy. Мой любимый ланч – это цыпленок и рис. Очень вкусно. Ребята, я буду просто вам подписывать, наверное. Да? At tea time we have sandwiches and biscuits. It's my favorite time of the day. Во время чаепития у нас сэндвичи и печенье. Это мое любимое время в дне, да? То есть я поставлю просто галочки, да? Печенье обязательно и сэндвичи нужно соединить. То есть нужно в тарелочку стрелочку провести, да? Далее, ребята, смотрим. Now write about yourself. И сейчас напишите о себе. Я вам помогу это сделать. My favorite breakfast is... Например, что вы едите на завтрак? My favorite breakfast is... Можно тоже сэндвичи написать. Sandwiches, cereals and orange juice. То есть мой любимый завтрак состоит из сэндвичей, хлопьев и апельсинового сока. Ребят, давайте оставим только cereals and orange juice, да, из хлопьев и апельсинового сока. My favorite lunch is, а вот сюда уже подойдет, sandwiches and a cup of tea. Мой любимый ланч – это сэндвичи и чашка чая. I love my mom. Что вам нравится из того, что готовит ваша мама? Например, I love my mom's pizza. Да? Yum. Вкусно. Yummy. Окей, ребята, не забудьте подписаться. Встретимся с вами в следующем модуле. Всем пока. Вам удачки.